Да блин. Так. Всем привет. Сейчас я ссылку кину. И пойдем так. И Telegram. Поехали. Так. Мне надо будет единственное зайти на ЗС когда-то, когда мне снимут. Коля, привет. Пока мне не снимают, ну ладно. Ну, сейчас, пока народ придет, пока перекачаем мастерство. Все как обычно, в общем. Дополнительное мастерство вроде не надо. Давно не был, но вроде не так давно и был, мне кажется. Да нормально поживаю. Ну, я все умею стримить, Гриш. Все. Я же сказал то, что будет стрим по прохождению этого дурацкого испытание последнего в мир легенд. Не знаю, мне кажется, что ну, оно будет сложнее, чем заиграно для меня. Напомни команду, пожалуйста, а? Кстати, я не хотел скидывать мастерство. Зачем я это сделал, а? Ну ладно. Я хотел солдата убить с ПУ. Мне кажется, с ПУ будет лучше. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас народ подтянется, у меня есть тема для обсуждения. Давай. Дарк, привет. Ну давай свою, да. Я помню, что Фантастик, Баба Халк, Немор, Магнит и, по-моему, Алая Ведьма, да, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Мне тут, кстати, предложили Росомаху снимать за, типа, за Бабу Халк. Вот этот вопрос, кстати, интересный. А Док зачем? Док что-то дает или смысл в Доке? Или у тебя просто ведьма некачанная была? Объясни. Что это? И вот как я это должен понять? Чемпионата? Что за чемпионат? Ну как же ты не помнишь? Что, склероз что ли ты? Так, где этот элемент? Блин. Ладно, фиксим, сейчас перезайдем. Там же трехзвездные только, да, по-моему, насколько я помню, должны быть. Сейчас найду, где картинка у меня была. Где? Да. В смысле? Не, ну погоди, этот фантастик же тоже нужен для синергии. Или там нету? Есть. Так, Немор, Магнит. И это. Давайте посмотрим, почему был Док. Чемпион устанавливает 5% из этой фигня. А тут не будет. Ну и ладно, хрен с ним. Укусы мне вот вообще мало помогали.
Ты же говорил, там при разгоне очень сильно идет. Лайки не забываем. Так, и... Вот опять не то нажал. Никак не привыкну к новому оформлению. Хотел усиление нажать. Так, у меня много их. Леви, привет. Укусы тебе не помогали. Ладно. Ну, тут, я так понимаю, все равно бить магнита. Магнитом. Правильно сказать. Ну, так чуть-чуть бью. Персонажи не беру с арены, если про это речь. Так. Так, ну давайте, ладно. Так, сейчас я секунду добью. Я просто не хочу стереть это. Блин, потерял бы уже и не парился бы. Какая разница? Чё такую дичь творю? Мне кажется. Воу. Да, ну как, блин. Ладно, хрен с ним, давайте. Так, в общем, тема такая. Сейчас, секунду. Блин, тут же нет теперь это. Исследовал, значит, седьмой акт. Кому отдать теперь будильник, дилемма, арх или фура? Все слушай, твое мнение, кому ты отдал? На базовый 1.10, сколько надо набивать? На 1.10, по-моему, что-то в районе там 10-11 миллионов, по-моему. Ну, всегда было. Я склоняюсь к арху. Фура. Ну, нет. Ну, может быть, и арху. Я бы, наверное, арху отдал. Что-то я какую-то дичь творю. Слушайте, а Немором не лучше, а? Что-то мне не нравится уже. Что-то слабо как-то. Гриш, ты кем бил? Немором или этим? Или магнитом? Ладно, буду терять эти... Как они называются? Удали, пофиг.
Мне кажется, без разницы, сколько у него будет удалей. Главное третью лупить. Три боя, я понимаю. То есть это, видимо, солдат, это, видимо, кто там еще? Вижен. Причем Вижен, наверное, лучше всего. Ну и, наверное, Рося. Ну что-то просто у меня дамага прям ну совсем мало. А у него же, по-моему, бесконечные, да, эти? Ярости, насколько я помню. То есть эти не ярости, а удали. На этих. На металле. А что будет, если 60 набить? Да, ну... Ну что я творю, ну? Нафига вот это буду делать. От 45 плюс-минус. Ну, я сейчас попробую при, наверное, 60. 25. 26, 28. Давайте 30 сделаем, потом будем удваивать. Надо только, чтобы он сдал это. Блин, да сдай ты первую, ну вот. Ну, смотрим, 60. Не знаю, что я за удали переживаю. Ну, какую-то хрень я сотворил. Ну, мне опять не нравится этот бой. Блин. Пока можно перезайти, но перезайдем еще разок. Последний. Все, больше не буду перезаходить. Надо действительно 45 сделать и все, и не париться. Просто тяжелыми добивать до третьей и все, а потом... Очень долго просто 20 удалей копить. Ну или 30. Воу. Вот это было обидно. То, что не дотянулся. Ну 15 я хотел. Да, ну... Ну как? Ну я не знаю, почему он не дотягивается? Что за бред, ну?
14. Двадцать девять. Давайте вот так, под 45. Долбанем его. Тридцать один, тридцать два. Опять, ну вот, хоть бы хны. Ну давай уже, во, родил, понимаете ли. Девять, 21, 42. Ну, я хочу, чтобы он сдал. Во. И теперь третью. Давай. Ну. Ну ладно. Так. Что-то я не понял. А что так мало снялось? Кто заметил, напишите, сколько сняли после шрапнелей. Тут что-то совсем какие-то копейки, по-моему. И сколько раз ты третью сдал, ну плюс-минус? А то я уже тут просто очумел. Я его бью. Третий спец сдаю. И он, по-моему, просто хоть бы хны. Только 55% осталось. Ну, 45 сняли. Это же ужас. Ну ладно, давайте. Третью. Четыре? Я уже, по-моему, сдал больше. По-моему, вот это была четвертая. Ты СПУ, что ли, бил? Может, СПУ больше, но что-то вообще как-то. Ну ты же видишь, я его сколько бью уже. Это же ужас. И он, главное, не дохнет вообще. У меня, по мне, в планах умирать. Ну вот здесь сколько я сниму? Шрапнели снимают 5%. По-моему, это была пятая. Мадьяр, привет, спасибо. Ну? Сейчас летят. Да. Ну, я его, конечно, наверное, добью.
Убийца-то, наверное, должен сработать сейчас где-то. Не, не прокачано. Сейчас ты скажешь, что поэтому, да? Так, ну 18%. Убийца снимет? Нет, интересно. Сколько-то. Блин. Мне уже проще руками его добить. 1%. Ну или на третью накопить. Ну ладно, нормально. Удара. Ну, по сравнению, конечно, с Эйганом быстрее, но все равно как-то очень уж долго смотрится. Прям максимально. Ладно, давайте пробовать. Да что за нафиг-то? Не, у меня перезаход есть, давайте я сейчас его использую. Мне что-то вообще не понравилось. Хотя на джагу бы лучше оставил. Я просто неправильно бил, а как? В смысле? Поясни, что значит неправильно бить? Я не очень понимаю. За магнитом можно просто разгонять его тяжами и все. В чем неправильность? Расскажи мне. Сейчас за бабу Халк тоже как неправильно бьет? Не понимаю. Моя, твоя, не понимаете. Ну что такое, ну блин. Вот это, конечно, наглею просто. Давай! Хотя она пассивная такая, хрен ее знает. Что-то как-то ее получается все время в углу зажимать. Слушайте, а это не читерство, а? Блин! Ладно, еще раз. Магнитом под яростью нужно было тупо... Нужно было тупо тяж. Там норм урон. Плюс не надо постоянно стараться хранить удали пострелить. Да вообще че. Больше тяж, тем лучше. Так, ну-ка еще раз. Мне очень Баба Халк понравилась. То есть в углу я зажал и могу спамить тяжелыми, что ли? Сейчас, а где моя ручка? Блин. Так, а если я в эту сторону? Во, так. Может, он выдержит. То есть так можно зажимать в углу и лупашить? Вроде же это
убрали у Бабы Халк, мне казалось. Блин. Не. Так, это надо перезайти. Мне не понравилось. Ха. Ладно. Что, видела добавление гипера? Да, видел. Но это они сделали по-другому. Серег, привет. Это то есть не одновременно с шестерками из избранного. То есть мы когда на стриме на каком-то обсуждали по поводу гипера, я сказал то, что одновременно этого не будет. Но одновременно и не было. Они еще добавят Вуду и кого-то там еще. А, гонщика призрачного. То есть если она сдает после это, я понял. Если она сдает спец, то можно ее... Ну, один раз долбануть, а потом тяжами спамить в углу. Окей. Ну как? Ну я не понимаю. Ну... Да что за нафиг, ну? Ты будешь? Нет. Да ну, бред! Ну, я не играл Бабы Халк вообще никогда. Ну, привыкаю, ладно. Пробуем еще раз, окей. А сколько у нас там? Давайте попробуем без резок. Точнее, без хилок, это у меня не хватит. Нет. Не всегда прокатывает. Тогда почему-то прокатил. Ладно. Окей, еще раз. Теперь я понял. Все. Нормально. Слушайте, а это можно есть? Да, можно одну такую. Не, не, не Немора. Давайте учиться. Мне все равно Бабу Халк, Бабы Халк бить этого. Как его? Давай. Ну? Сейчас пойдет. Сколько же ей ярости нужно, чтобы она нормально била, а? Ну нет, ну блин, 12 ярости. Просрал, блин. Давайте долбанем с третьей. Два. И четыре, ну... Ч
Что-то, кстати, я не вижу особенно прям дамага у нее. Даже с 12 яростями. 35 ярости? Супер. Я прям просто... Я не сделаю 35. Так, ну ладно, если... Давай. Во. Тут ты 4 уже мучишься. Нет, ну блин. Слушайте, это хуже, чем этим. Хуже, чем Эйвином. В смысле, тут Невером надо было бить? Тут надо было бить не Бабы Халк? Или какой бой? Я не понимаю, объясни. Ну, потому что это они просто добавляют персонажей. Это никак не... Ну, они просто подгадали под дату. Но они же еще и пятизвездных вводят, понимаешь? То есть это никак не связано с добавлением. Этого же там нету, ни гонщика, ни Вуду в этом кристалле нету. Да ну бред, ну. Давай это. А? Да? Ну ладно. Гонщик и Вуду есть за 15, да? Ну окей. Так ты кем, ну, за кого ее бил-то? Кепку. За Бабу Халк или за этого? За Немора все-таки. Нахрена я это сделал, а? Опять, ну. Опять чудить начинаю. Хочу тяжем заспамить, не получается, блин. Фигня. Неправильно играю. Неправильно. Прям совсем. Что значит, как первый тренировочный, я не очень понимаю. А у нас большие будут носорог. Раз, два, три. Немором через 4 ярости, ну можно, да. Это если она бежать будет.
то можно через 4 ярости. Ну, молодец. Плюс ты еще без стрима играл. Я же не говорю, что я лучше всех играю, слушайте. Даже мыслей таких не было. Жалко, Неморс третий не глушит, а? Так было бы хорошо. Блин, такой дамаг копеечный, ужас просто. Сколько раз над Немором? Да ну бред, ну я же блок ставлю, ну. Все-таки решил поднять альта, понятно. Причем тут бежать и 4 ярости, ну как ты собираешься 4 ярости сделать? Они должны для этого на тебя побежать? Ну вот, что за хрень была только что? Ну, блин, как мне достало это Marvel просто. Баг на баге, ну, блин. Нажал. Тяж, он куда-то убежал нафиг назад. Просто бесит. Как куда бежать, Гриш? Если он будет стоять в блоке просто и на тебя не бежать, как ты сдашь тяжелую, чтобы у тебя накопилось 3 полоски. Вот скажи мне. Ну что ты, ну я не знаю, какие-то глупости пишешь, ну. Куда бежать? На тебя должны они бежать, чтобы ты их запарировал и дал тяжелую. Ну что, не так, что ли, ты хочешь сказать? А, еще с первой спец. А, еще и с первой спец она разгоняется. Точно, я что-то забыл это. Ну, елки-палки, ну. Ну, конечно. Зачем на меня бежать? Лучше в блоке постоять. Ой, господи, как достала эта хрень. А если тяжелая не попадет по противнику, то что будет? Хреново будет. Потому что по тебе могут попасть тяжелые, это, с обычных ударов. Вот это я забыл, да, то, что с первой спец тоже разгоняется. Да. Ну давай, во. Естественно, я сказал, не побежит.
Он может не побежать, противник, на тебя, постоять в блоке. Как только ты начнешь давать тяж, ты отхватишь в лицо. Ну что, я не знаю, ну как маленький. Что, так не бывает, что ли? Еще и лаги, блин, безумные. Гриш, вот реально, не беси. Ну прям, ну, какие-то вещи... Сам, который лучше знаешь. И потом переспрашиваешь. Блин. О, ну да, конечно. Да. Лучше бы... Лучше 10 раз пройти Иганом, чем эту дрянь проходить. Вот честное слово. Вот для меня вот Иганом намного проще, чем вот эту фигню проходить. Просто уйди подальше, зажать и сразу 30 спец. Не понял? А. В этом смысле. Ну, тоже вариант. Конечно, Гриш, я первый раз играю. Первый раз. Больше, ну, вообще до этого никогда не играл. Окей, ладно. Будем считать, что так. Сколько мне еще ударов, интересно, нужно сделать, чтобы она... Ну-ка. Да ну, я не знаю, ну просто, ну выбешивает меня Баба Халк. Просто выбешивает. Это говно проходить. Я не знаю, как народ бьет этого коллекционера. Мне вот это интересно. По моим аргументам так и есть. Ну отлично, Гриш. Ну хорошо, ну значит первый раз играю. Тебе виднее, конечно. Ты лучше играешь, я не спорю. Гибатор, иди к черту просто, вот. Вот реально, вот иди к черту, ну вот. Сейчас реально просто выбесишь меня окончательно, и все. Еще один умник. Ну давай, ну. Зря я это сделал. Ну ладно, он сейчас все равно топнет. Слава богу. Угу. Да-да, ни пух, ни пера. Мы за ЕС вообще собираемся закрывать? Я что-то не понимаю. Так. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Ярости типа дольше. Сейчас посмотрим, насколько. Что-то, по-моему, не сильно. Хотя, может, и дольше. Может, и вру.
Ладно, согласен, тут получше. Ну, блин. Из-за этой дурацкой неудержимости я все. Провалил. Так. Давай. Во. Давай. Да, спасибо. Ну, давай еще разок. Вот. Не, слушайте, ну это идет, мне кажется, получше. Блин. Давай. Во. 14 ярости, огонь. Еще разок. Так, 16. Ну. Спасибо. 19. Блин, я сдохну, наверное, сейчас. Но этот бой намного лучше. Пошло. Поздравляю тебя. Надеюсь, побыстрее пройдешь. Двадцать пять. Ух ты. Вот это, вот, кстати, вот нормальный бой хоть. Ну, давай. Так, 33. Сколько? 37. Один процент. Ну, слава богу. Огонь. Так, серы нет, плюс баги на Канге. Я слышал, у нас кто-то писал это, что там вообще черный экран на Канге. По-моему, после боя с Кангом, если я не ошибаюсь. Фу, так, ладно, это попроще. Так, сколько мы прошли? Троих, да? Тут прям сильно легче мне стало. Так. А сколько мы? 50 минут, ужас. Да, черный экран при четвертой фазе бывает и бесит. Ну.
Да елки-палки-то, мы будем бить все, нет? И да, нифига себе, с одного удара сколько он мне снял, а? Ну, слава богу, у него нету этой неудержимости, а? О, спасибо. Повезло. И опять спасибо. Ну, наверное, я сейчас сдохну когда-то. Невозможно же вечно. Ну да. Но зато 34% я ему снял. Нормально. Это лучше уже. Так. Не так и много? Ну, не так и много это если не в формате твоей жизни. Как бы. Если в формате того, что у тебя осталось там 10% хп, то до хрена. А так, в принципе, да. Если биться там 5-звездными, 6-звездными, то согласен, не так уж и много. Ну, ёлы-палы, ну что ж такое-то, ну... Так, давайте мы его попросим. Давай, спец, дай. Вот. 30% осталось. Ну ладно. Это хоть что-то. Ну. Все опять с ярости слетели, черт подери. Не хочешь сдавать спец вообще просто, ну. Ну. Ура! 5 яростей. Что-то как-то он очень далеко бьет первый. Я думаю, он будет ближе. Да блин, ладно.
Ой, ладно, так. А. Так, сори. Так, сейчас, одну минуту, ребят. Так, где это? Я, кстати, видел, тут бездну проходит за час. Я, честно, офигел. Я не думал, что так быстро проходит. Так. А у нас усилки слетели. Наверняка, да. Пятьдесят 3%. Три, так, семь. Ну. И чё? Где? Ну это только от первый спец. Ну давай. О, так. 10. Так, 17 ярости, уже нормально. Нормально и называется, я прямо это в табло получил. 19. Так, ну чё, вы там живы? Я вроде начал это разыгрываться, бабы хал. Как-то полегче стало. Прям сильно. И она как-то сдавать ярости начала. Как-то мне больше понравилось. Таймер больше. Может быть и таймер. Давай. Вот. 33. Ну сейчас сдохнет, я надеюсь. Да, ура! Это ушло дешевле. Так. А все, больше больших не будет. Да, Халк остался тут, по-моему, большой, все. С другой стороны, нам что осталось-то? Нам осталось Шторм, Пантера. Пантера, причем над Занемор, я так понимаю. Ну, Штормиха, ладно. Ну и все. А, Шторм, Пантера и это, как ее? Блин. Ведьма. Нет, ну таймер понятно, что больше стал, я не спорю, но я. Мне как самому
начало больше нравиться. Ну, как бы, я привык к ней, мне кажется, немножко хотя бы, к Бобби Халк. А может и нет. Только, по-моему, получается так, что... Ну... Что-то как-то хреново опять. Просто когда через первый играешь, то я дохну очень быстро. Да не, ну это бред уже. Цикл Немора снимает 25% в Пантере. О, ну ладно, давай попробуем Немора. Говорил. Бабы Халк не идет прям совсем что-то. Ну как бы у меня в резках проблем нету. Но хилки я бы оставил, честно. Потому что мне еще несколько испытаний проходить. И, видимо, не сегодня уже. Я вообще планировал к 10 закончить, но чувствую, что это нереально будет. Так, ладно. Ну, пусть там хорошо 5 циклов Немором будет. А этот... Ты... Не знаю, мне не понравилось. А эту ты кем бил, как ее, ведьму? Наверное, Бабы Халк, потому что она травит. Насколько я понимаю. Там без вариантов. Сейчас как вторую в табло получу, о, буду радоваться. А? Давай, сдай ты уже, ну. Во, спасибо. Аллилуйя. Ну, походу, у меня не получится. Да, не получилось у меня 3 ярости сделать. 4 ярости сделать. Что-то какой-то плохой был бой. Ну ладно. Будем, значит, мутузить. Так. А что, было совсем тяжело? А, она же Н-ку скидывает. Да, там вообще, наверное, атас полный. Там вообще, наверное, просто замучаешься. Я представляю, да. Что-то мало 600 плюс. Я думал, там под 1000 будет. Интересно, я успел, нет, сдать? Успел, на удивление. Ну, как так-то, ну? Что за фигня? А почему? Я же сдал тяж и дал спец. Что-то мне полоска не прибавилась. Странно очень. Так, ладно. Да. Очень дорого выходит. Просто максимально дорого. Ну, резко, конечно, я поднабил на хилок.
потрачу много. Ладно, фиг с ним. И главное, что по времени долго, блин. А магнит хорошо заходит на Росю? Как вообще? Фу, блин, отвлекся на сообщение. Во время залета тебя ждал, поэтому и нет, Энки. А, магнит крут там, ну ок. Ой. Ладно. Значит, осталось до Роси дойти и все. Там уже будет полегче. А я не помню, сейчас Vision будет или после это. Сначала Пантера, потом Vision или наоборот, кстати. Хотя без разницы. Ну, давай, дай спец, ну и все. Ну. Я, кстати, думал, что сейчас попадет. Потому что я как-то тормознул. Ну вот сейчас был нормально. Да, конечно, дамаг у Немора вообще просто. 374. Когда без ярости, это просто тема. В кавычках. Так, ладно, 270. Слушайте, а кто-нибудь пользуется Дзеном? Вопрос. Там стримы тоже можно делать? Блин. Опять какую-то хрень сделала. Просто вот полную хрень какую-то сделал. Да вообще. Ни одного удара, что ли, не хватило дотянуться. Я думал, после 29 там будет, ну, сразу 30. А тут какая-то пауза получилась. И что-то я как-то этого не ожидал. Прям совсем. Ну, ладно. Мне главное бабу эту... Пантеру и... Ведьму пройти. А за ведьму ты не играл? Не, ну это прям очень долго. Ну вот сейчас 29. Это боль. Подожду-ка я лучше, а? Вот опять не в таймер, что ли? Вот третье. Да. Ужас. Катастрофа. Так.
Ну, не идет, бывает. На МРА я тоже в руки уже не брал, не знаю сколько. Я понимаю как механику вроде как. По крайней мере, когда я парировал. Давайте, ладно, если на 30 не идет, на 29 не идет, давайте 20, на 28 будем сдавать. За алу можно и по 1000 ударов. То есть она слабее Немора? Я думал, она там со второй шарашит только так. Нет? Девятнадцать. Ужас. Самое нудное у Немора, это, конечно, набирать его эти заряды. Немор под четырьмя яростями сильнее. Понятно. Вот как вот сейчас было? 28, сразу 30. Так, не хочу я пропускать, что-то я боюсь. Давайте сейчас попробуем еще раз. Вот о чем я и говорил. Решил сдать вторую спец. Ой, третью. Ну, вторую. То есть тяжесть дать, чтобы дать третью. Из-за крови? Да что тут кровь-то? Она травить может. Просто боль. Для меня это боль. Это я еще мутантов не бил, наверное, в бездне. Хотя там можно и 4.55 пойти. Ладно, Немором тоже надо разыграться по-хорошему. А, из-за крови? Понял. Окей. Так у него всегда будет много энки. Успел. И еще раз успел. А вот сейчас не успел. Да, кровь шарашит хорошо, кстати. Вот и блин. Ой. Ну вот сейчас уже лучше, кстати, зашло. Говорю же, надо привыкнуть. Но я думаю, что сейчас мы ее убьем. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Гриш, кто следующий? Пантера или Вижн? Будет отдых или опять будет напряг? Вижн, по идее, должен сдохнуть быстро. Да, ну под яростями, конечно, кровь шарашит классно у Немора. По 230 даже у трехзвездного это прям... А давайте ярость включим, а? Я надеюсь, я успею набрать? Или не успею?
Отдых у Бобоя, так вижу. Нормально. Кстати, Неморам, оказывается, можно и сразу две дать. Тяж. Ну ладно, так, вижу. Значит, потом будет два веселых боя. Так. Слушайте, а у меня осталось 15 минут на завесе. Они собираются сносить, нет? Классно. Вот только зашел. Зашибись просто. Сейчас, секунду. Давайте дождемся. Мне все равно надо бить. Правда, тут ничего нету. Никого. Я не знаю, где они все. А, одного нету. Ну ладно. Так, пошли вперед. Мак, давай. Я не знаю, сколько у тебя энки, но я тебе путь проложу. Ох, ужас. Правда, плохо сейчас будет, потому что у меня нету это от фуры хила. Потому что ветка именно чисто ради от хила. Ну давай. Во. Это все мелочи. Давай, подыхай. Ну, либо усилок переведен криво. Тут тоже такое возможно. Сейчас мы снесем. Ну, под пауками я не пойду бить. 25 для 3.45 это огромное количество хп. Откуда проблема? Нет, ты не понял. А, когда идет отхил, то тут на этой, ну, усилок такой, что идет дополнительный дамаг. Где она вообще, пока нет отхила, не должна получать урона. Ну, там что-то срез идет какой-то жесткий. Но что-то как-то не видно. Там в этом дело. Я не про то, что у меня хп мало, а так бы я отхилился. Нет. Ну да, вот что-то типа того, там храброе сердце, по-моему, да-да-да-да. Сердечко, короче, там нарисовано, я помню, да. Но почему-то у меня дамаг все равно идет. Не знаю почему. А это, кстати, у магнита нормально идет? Третье. Сколько она съест? Там она съедала в районе 10%, по-моему, где-то. В сумме. Сколько тут? Удивишься? Копейки? Совсем? Еще меньше? Или наоборот будет, ну, хорошие цифры? Ну, давай посмотрим. Что-то как не сильно много. По-моему. Что-то как-то слабо прям. Под пробитиями, под двумя яростями. А как я тебе третью накоплю это? Под пробитиями. Я не успею. Вот уже пробитие кончили.
Под яростями, может быть, еще как-то можно успеть. Но вот под пробитиями, вот, ну все, я уже не успел. Ну да, попробуй под двумя яростями, и что будет? Вообще копейки просто. Ну вот дал тяж, и что? У меня не заканчивается... Ну, они заканчиваются ярости. Я не успеваю третью набить. Не знаю. Ну вот, сдал я тебя, и что? Что ты хочешь, чтобы я увидел здесь? Я не понимаю. Тьфу ты, блин. Под нормальным количеством пробитий там стяж 10 тысяч плюс доп дамаг. Ага, в этом смысле. Но это все равно копейки. Я тебе про третью спец говорил. Третья спец-то много не наносит, получается. Все равно. Ладно, сейчас добьем его. Это все равно фигня. Сейчас будут два самых тупорылых боя. Ну, хотя ты говоришь то, что с пантерой легче. Но, с другой стороны, все-таки это антикласс. Тут должно быть чуть-чуть попроще, чем даже со штормихой. Минус 20-25 это откуда? С третьей спец или с чего? Это как? Как он меня пробил. Интересное кино. Давайте я все-таки накоплю под 45-42. Ладно, давай, все, хватит, 45. Ну, по 10 тысяч вот вижу. Ну, я бы не сказал, что прям, ну, сильно много, ну. Я понимаю, что неплохо лупит, но... Без какого-то космического дамага. Так, надо... Побольше. Ну, может быть, 200 прибавляется, но... О, класс. Вот сейчас, кстати, мне кажется, было хорошо. Из-за убийцы. Так, что нам осталось? 5 боев. Немар, давай. Усиление есть? Еще пока. Давай. Давай посмотрим, что ты с пантерой сделаешь. Слушайте, а у Немора нет такого, то что... Вот что-то у меня такое есть ощущение, что на красных он набирает быстрее.
Ё-моё. Что-то уже 10. Может, нет. 13% осталось. Ну, ладно, окей. Так, 19. Так. Вторая. Ну, посмотрим. Ну вот сейчас скажешь, тоже я что-то неправильно делал. Мне интересно. Я как-то четверть даже не снял. Ну вот сейчас только четверть. Мне просто интересно. Сейчас 4 ярости было. Или типа вторую не надо было сдавать. Ну то есть, ну явно не пахнет. Может быть, типа, конечно, эти, как они, раны. Ой. Как я получила, ужасно. Блин, 30. Ну, вот сейчас обидно было. Ну так, я тебе не буду тратить риски. Меч тех вагон. Ну что, Григорий, расскажи мне, в чем моя ошибка была с 4 яростями, что я много не снял. Так. Ну, давай. Вот, спасибо. Так. Григорий пропал, походу. Открывать я кристаллы буду после 27-го, потому что мне гипер нужен очень. Ой, не 27-го, 19-го. Когда там добавят? Я забыл. Так, сейчас секунду одну. Это сделаю. Так. Так, это куда? А, вот. Все. Да, все, я тут. Что-то какая-то резкая она.
Вообще, конечно, они не должны были менять. Они никого не поменяли. Хотя, может быть, я не помню, у Халк, у этого, у Носорога что было. Фух. Чуть не это. Ну вот опять. Но может быть, все-таки не надо? Не знаю. Да ну, вообще просто жесткач. Очень жестко. Я чуть не успеваю уклониться от нее. Ладно. По-моему, 50% мы сняли. Сейчас еще полтора боя и все. И ключик у нас в кармане. Так, усилки у нас пропали единственные. Ну, по крайней мере, один. Ой. Короче, это ужас. Ты пантеры бил пантеру? Сколько ударов было? Всего 900 ударов. Ну, конечно. Меня анимация бесит, понимаешь, нагибатор. Она, ну, у второй атаки она очень уж длинная. Ну, вот эти первые два удара. Может, сдашь? Спасибо. Тебя тоже? Ну просто, ну вообще, она иногда достает. Просто до километра, на километр она тебя достает. То есть, ну я слился сейчас просто потому, что я не успел бежать. Ну, первая, она вроде как-то поадекватнее, я смотрю. Так, интересно, я успею, нет? Не, не успел. Да, ну ладно. Не успел, и хрен с ним. Сейчас, значит, еще раз. Ой. А там 18 было зарядов, там можно было сдать. Гриша мне так и не ответил, почему с четырьмя яростями у меня не получилось. Блин, ну вот как вот смс-ка приходит, ну вот не вовремя, ну. Ну, Гром, да. Гром, да, Гром самый лучший. Был бы он первый, вообще цены бы не было. Я думаю, что после четырех яростей, наверное, не нужно сдавать спец вторую. Нужно обычными ударами бить, наверное. Вот сейчас опять она. Эта пантера дурацкая бьет вообще нереально. Слушайте, а кто-нибудь смотрел Король Ричард? Я хочу еще посмотреть.
Мне нравится. Ну, типа про сестер Уильямс. Просто Уилл Смит обычно очень хорошо играет, и я думаю, что это стоит посмотреть. Так, сколько было? 37, по-моему. О, слава богу, успел отбежать. Так. Ну, вот опять не успел. Сейчас, секунду. Ну, не мучают тут, сейчас. Так, все, я снова с вами. Сейчас. Нагибатор, а ты все вообще в игре прошел? Сколько ты закрыл? Седьмой акт, я так понял, ты уже все. А, нет, подожди, тебе там две ветки осталось. Я поэтому не бью. Сейчас они его починят, я надеюсь, Канга. Хотя я его не бью из-за других соображений. Да ё-моё. Ну все. Но все равно. Времени мало сейчас в апреле. Так апрель только начался. С какой день сегодня? 2 апреля. Ты говоришь, мало времени. Ух ты, ё-моё. Ну, наверное, да. Не знаю, посмотрим, может быть, ближе к там, концу апреля и все-таки пройду, потому что там на 2000 дороже будет стоить. Но пока не хочу. С 20 числа у тебя мало времени? А акции до какого? Давай, ну, третий, да. Успел. Да как? Пробивает блок и все. Ну, акция, в седьмом акции, до какого числа, не знаешь? Блин, у меня резки уже кончаются. Чё? То есть хилки по 5000. Ну, просто взяла, пробила блок пантера. Я не успеваю запарировать. А они, гады, не чинят. Нет, акция понятна, один день. Но скидка там до какого числа? Они сказали месяц. Месяц это когда? По-моему, числа 23 марта открыли, да? Что-то такое? Плюс-минус. Так, 18%. А ты взял-то вообще ее? Ну, у нас все берут альфа, я знаю. Ну, это, в принципе, правильно. Грант сказал, я не буду брать. Вот это меня очень удивило. Типа, я на Новый год оставлю. Может, он тогда и июльские не будет брать? Так, ну, давай. Успел.
Ну, это я сейчас добью, надеюсь. 1% остался. Ну да, добили. Так, нам остался один бой, самый сложный, и все. Сейчас будет боль, страдание и все остальное. Я уже готов. Так, ну-ка, а если... Я хотел посмотреть на фантастику. Может быть, действительно надо было Дока брать? Может быть, я тупанул? Да, наверное, все-таки Гриша был прав. Док лучше был. Если ведьмы не биться, то да. 5% восстанавливают, и это, кстати, неплохо. А Немор мне еще в принципе нужен, наверное, на Громе только если. Хотя Грома можно отпинать всеми, кем только можно. Ну ладно. Тут сейчас будет боль. Ну что, 600 ударов? Просто охренеть. Ну как? Ну как она достает? Я не понимаю. Я сейчас пропадет, да, ярости, это понятно. Зато эта ярость появляется. Ага. Пипец просто. Это какой-то дурдом. Ну. Давай. Во. Не, ну конечно, без... Ну, блин, без энергии это вообще жесть. Ну, кстати, уже 25% сняли. И в принципе, да, ну... Да, обнули, а, Янку? Что ли? Не вовремя.
Ну. Так. Шесть. Семь. Во. Ну, я не успею, да? Класс, вообще просто. Я опять скину все. А на N-ку просто постоянно обнуляет. Просто нон-стопом. Ладно, сколько ударов было? 250. Ну, в 500 где-то можно уложиться. Так. Ладно, не так все плохо. Пошло уже лучше. Я считаю, так, усиление. Гриша, небось, бил без усилений. Так. 57%. Ну? Это понятно, это как обычно. Ну? Давай. Ужас. Сейчас скинет энергию. Ну, хотя бы две ярости. Я уже на ней просто хилюсь, мне кажется, даже. Классно. Без энергии. Зашибись. Да. И три энергии было, и три ярости было, и считайте, что ее не было. Да. Если спец не сдает, то откуда как бы и быть. Согласен. Ну. Да хренушки. Ну. И еще разок. Ну. Во, спасибо. Семь, да неужели? Давай. 11. Дай пофиг. Главное ярости. Давай еще раз. Ну, блин. Раньше нельзя было, а? Я уж согласен был в табло получать, лишь бы она ярости копила. Мне продолжала. Понятно. Дурдом продолжается, ладно.
Нагибатор, а ты кем бил? Алую. Также мучился или что-то другое изобрел? А, стоп, у нее энергии нету. Можешь зажимать в углу просто. Ему дохать тяжами. Понятно. Тут как бы все ясно. Давайте 18% главное. Во, все, по идее убийца должен действовать. Ну? Аллилуйя. Ну? Да. А нет. О, да. Потненький бой. И опять скинул. Ну, вообще, не сдает. Просто тупо нон-стопом фигачит. Сбрасывание. Да и пофиг, мне лишь бы уже ее добить. Давай. Слава богу. 6. Блин, успел. Ну давай, 4. 3. Где 2? Вот 2. Ура! Так. Пошли Рось убить. Рося, гром. И все. Так, Рося. Заходит, говорит, хорошо. Григорий сказал нам, что он очень хорошо заходит. Давай посмотрим. Сейчас думаю, что будут проблемы. Потому что если он начнет хилиться, то все, пипец. А, у этого магнит же есть это... Точно, он же запрет вешает, я забыл. Я забыл, так. И нифига он не вешает. Я не знаю, что тут изи, Гриша говорил. Я нифига не вижу изи. Три.
Ну, четверть мы где-то сняли, окей. Тридцать девять. Сорок. Сорок один. Ну ок. Давай еще раз. Допустим. Интересно, я в заход его сниму, нет? Пятьдесят. Не, не сниму, ладно. То есть где-то примерно одна спец снимает у него. Сколько получилось? Одна спец снимает 25%. Ну, более-менее, окей. Значит, надо две трети дать. Вот, намагниченность прилипла. Все, можно лупить. Упасить можно, по идее. Ой-ой-ой. А, стоп. А он не хилится же, да. Он обращает реген, кстати. На металлический. Так что пусть, пусть вырубает хил, я за. Классно. Вот за это люблю. Магнита. Так. Сорок пять. Сорок шесть. Ну, смотрим. По идее, мне осталась одна, вторая, третья спец. Который я еще, может, не сдам. Такими темпами. Ну, конечно, блин. Ну и все. Сейчас надо просто на третью, наверное, накопить даже. Можно и без удали. Зверских каких-нибудь. Можно просто. Нормально. Так, пять. Шесть. Ну-ка. Да. Ладно.
Просто давайте до третьей доведем и все. Чтобы не мучиться. Я думаю, что 6% это уж точно снизит. Кстати, что-то не работает. Ну, все, сдох. Аллилуйя. Гром и этот Халк. Так, а у меня это лечилки работают? Нет, командные. Слушайте, а что командная не выпадает, а? Я сколько бьюсь, сегодня по мне одной не выпало. Их убрали, что ли? Да нет, вроде есть. Странно. Ну ладно, давайте с Немором. Тут уже всеми подряд будем просто биться и все. Он сдохнет сам, я думаю. Чё-то как-то... А чё так мало-то? Он же должен был прям много. Ну, мне казалось, снимать. Ну да, вроде по 13 тысяч. Снимает 5%. Это 20 атак, что ли, надо? Ну, это же прям до хрена. А если он еще и замучает? Так. Ну давай уже, Гром. О, спасибо. Так. Раз. А вот сейчас не успел. Так, ну 57%. 56. Сняли больше... Ну, почти половину. Хотел сказать больше половины, но еще не сняли больше половины. Вот теперь больше половины сняли. И Невер пока жив. Но надолго ли это? С таким количеством ярости тут можно просто огребсти. Ну вот как я и огреб сейчас, да. Ладно. Попробуем... Алый. Она должна его обнулять, по идее. Ну да. На нифига себе. Блин, если она так будет воровать энергию, то я его хрен убью. Пусть усиление только обнуляет. Остальное мне не надо.
кражи энергии. Ё-моё, задолбало. процента, ладно. Я надеюсь, сейчас она не... Это... Во! Жесть. Да, спасибо за лайки, ребят. По-моему, 1% остаться, да. Да, все, убили. Там остался один Халк, и все. О, я уже задолбался. Все, последний бой. Два часа ужас на это убили. Ну. Давай. Единственное, что у Халка уж очень размашистая первая. Давай первую. И да. И это было ужасно. Ладно. Так, ладно. Зато он их шмаляет, как не знаю кто, эти первые спецухи. Прям супер. Ну давай. Во. Спасибо. Халк, ты лучший. Главное, только мне больше не получать ее в табло. И все будет окей. Да. Двадцать. Две ярости. Давай, Халк. Во. Так, 25. Ну, еще десяточку. Мне говорили, что нужно...
35, ну. Тридцать. О, как просто идеально заходит. 32. Ну. 32. Просто идеальнейший бой. Ну, почти. Ну, фиг с ним, что я в табло получил. Это сейчас не об этом речь. Главное, что пока ярости до хрена, и я пока его... Бью отлично. 43. 4%. Офигеть. Все. Да. Ура, это победа. Это победа. И это конец. Все. 2 часа 12 минут. Просто застрелись, называется. Давайте желтый возьмем, наверное. Где? А тут... Мистика и космос. А, мистика и наука. Давайте желтый. Да, катализатор получен. Все. Сегодня точно хватит. С МБЧ буду прокачиваться дальше. Посмотрим. Я вообще хотел завтра пройти что-нибудь, но может быть просто, блин, побьем этот рыцаря, добьем, наверное. Можно будет поэтому стрим сделать. Все, всем спасибо, всех было рад видеть. Мы это прошли. Сколько нас тут? У нас тут 3 из 9, еще 6, а тут 7 из 9. И тут два еще. Ну, я, наверное, сначала вот эти три пройду, а потом посмотрим. Все. Всем спасибо, всем удачи и до новых встреч.